«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Проиграть. Оттуру. Проиграть деньги. Окшаларны оттуру. Проиграть деньги. Окшаларны оттуру. Муж Луизы Хайрулиной, похитивший более 20 миллионов рублей, сказал, что проиграл все деньги. 20 миллионнан артык сум окша урлаган Луиза Хайрулинаның ире барлык окшаларны да оттырдым дип әйткән. Муж Луизы Хайрулиной, похитивший более 20 миллионов рублей, сказал, что проиграл все деньги. 20 миллионнан артык сум окша урлаган Луиза Хайрулинаның ире барлык окшаларны да оттырдым дип әйткән. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».